Итак, друзья, подписчики, я вас всех приветствую на своем канале. Это очередная распаковка посылок с сайта AliExpress. Не так давно я забрал вот эту вот посылку с почты. Это лампочки в салон для моего авто Honda. Также могут подойти для любого другого авто в салон на освещение. В общем, эта посылка приехала ко мне за примерно 70 дней. Да, я так грубо посчитал, потому что заказывал ее 29 июня. Забрал я ее вот недавно, в пятницу. Получается, 6 числа сентября. Вот. Короче, я думал, что вот эта посылка вообще потерялась. У меня, кстати, вообще такого, наверное, не было, чтобы по 2 месяца с лишним. Да, то есть 70 дней, охренеть вообще. Да, в общем, вот такие вот дела. Ну, тем не менее, она приехала. Ура. С этой посылкой, кстати, я забрал другую еще мелочь. Вот. Так что давайте сейчас вскроем, посмотрим. В общем, заказал я 3 лампы. 3 коп. Светильничка. Такие мини-светильнички. Ну, это как бы типа лампы. Блин, я вроде разрезал. Или не разрезал. Вот, видите, да, я разрезал вроде, нифига не разрезалось. Ладно, давайте еще разрежем разок. Вот, должно быть 3 штуки. 2 на 16-26 и 1 на 26-30. Ну, собственно, вот. Нифига себе. Ну, в принципе, да, как все как и было в описании, то, что здесь есть различные переходники, способствующие установке в любое место, то есть на любой, как бы тебе сказать, дорогой слушатель, нифига себе, обалдеть, конечно. Да, чтобы можно было в любое место, короче, подсоединить, то есть видите, разные типы патронов здесь. Есть вот такой вот, да, переходничок, есть вот такой вот. Куда-нибудь, допустим, в габариты можно ставить в автомобиль. Да, вот это куда-нибудь в приборную панель. Хотя не, ну, в принципе, по типу просто говорю, в приборку. Вот такие, только Т5 идут, да, но это слишком здоровый. Не пойдет. И вот такой вот, да, вот это мой переходничок. Вот что мне нравится, то, что он вот так вот гнется. И вроде как... Вроде как должно хватить вот этого расстояния. Я не помню, оно именно такое или вот... Короче, надо будет мерить. Вот. И сами вот эти вот, получается, коп. Лампочки. Светильники. Хрен знает. Но они как вообще как светильники. Видите, они такие огромные. Вот тут двухсторонний скотч получается у нас. Вот. Почему я заказал вот такого размера на... переднюю часть перед лобовухой будет освещать торпеду, то есть приборку и так далее, то есть все будет охватывать сиденье переднее, тем более что их 2. Я хочу установить, получается, повыше вовнутрь, чтобы в глаза не долбило. Либо есть запасной вариант, это просто вот подсоединить, да, то есть через переходник цепляем. Тут надо, кстати, еще фазировочку будет угадать. То есть так вот цепляем, да, эти провода куда-нибудь прячем. Блин, это пластиковые, капец, сломается еще. И просто можно положить на плафон, допустим, как вариант. Но тогда будет в глаза долбить, 100%. А мне это вообще не очень хочется, на самом деле. Вот, в общем, вот эти вот лампочки, они идут 16 на 26. Это наперед. Можно и больше, можно во весь плафон захреначить там на 52, допустим. И будет вообще огонь. А это будет устанавливаться назад. То есть сзади у меня уже стоит светодиодная лампочка, поставлена еще до меня. Прошлыми владельцами, скажем так. Я решил заморочиться. Ну там вот наподобие такая, только светодиодная, поняли, да? Она вот такая вот широкая. И поэтому она вставлена немножко под углом. То есть потому что она не входит до конца. И за место нее я поставлю такой широкий. То есть она, по идее, должна освещать всю заднюю часть автомобиля. И как раз таки немножко захватить торпеду и переднее сиденье. Ну, разумеется, сзади будет освещать.
Так что будем устанавливать и будем сравнивать с теми, которые сейчас стоят. То есть накаливание спереди, да, и светодиодная, вот что-то типа вот такой сзади. Сейчас у меня находится. Ну, так что давайте в автомобиль, там будем все ставить, пробовать, смотреть. Итак, друзья, вот, собственно, вот эти лампы мы будем менять. В принципе, отсюда видно, что они светят вообще ни о чем. То есть даже не дожидаясь темноты, можно это понять. То есть вообще освещает вот. Гиблое дело. Вот как светит сейчас эта светодиодка. Ну, тоже можно помощнее, на самом деле. Вот, сейчас будем менять, ставить. Так, прежде чем ставить, хотел бы показать. Вот нам получается лампочка родная, скажем так. И вот с Алика, да, переходник. Можете видеть, да, один в один. Ну, по крайней мере, что касается длины. В толщину, конечно, вот есть отличия. Видите, какой толстый, широкий, блин. Но я проверил, он залазит нормально, то есть очень даже добро. 12 на 5 ватт. Ну, мне просто не нравится, честно говоря, как они светят. Довольно тускло. А эти очень бодро. Вот, то есть. И, в принципе, очень даже ничего, да, так будет отличие. Должны влезть, по идее. Я пока еще не примерял. Сейчас посмотрим. Так, и опять, короче, будет отступление, я так буду по кускам, короче, записан, наверное. Вот такая вот хреновина у меня тут образовалась. Вот. Вот так вставили, видите, он подошел, нормально все. Очень добротно встал. Вот сам коп. Получается, вот сейчас будем включать. Ну вот, можете видеть, как оно долбит. Довольно круто. То есть очень добро будет освещать. Вроде как. Извините за трясучку, здесь все-таки цифровая стабилизация, не оптическая. Поэтому как-то вот так вот. Но камера снимает намного лучше, чем в моем предыдущем телефоне. Так, сейчас это все упакую, да, и покажу, что получилось в итоге. Я думаю, не будет больше врезок. В общем, ребят, вот так вот я сделал. Честно говоря, такое себе крепление вышло. Честно говоря, они вообще в воздухе висят, можно сказать. Потому что они вот здесь вот с краешку чуть-чуть, короче, на двухстороннем скотче приклеены. Они как бы уже в комплекте идут с той стороны, двусторонний скотч. Вот я могу показать пример. Вот на большой, на этой лампе. Это я чуть попозже поставлю. Что-то я замучился этими лампами, честно говоря. В общем-то, вот так вот. Плюс еще оденется плафон. Вот. И видите, получается, да, он его немножко вдавит. Вот эта вот часть, получается, она немножко вдавит лампу чуть дальше. Вот. То есть, да. Ну, короче, она уйдет еще туда, немножко изогнется, вот так вот будет стоять, наверное. Ну, в принципе, ничего так. То есть, главное сейчас словить момент и воткнуть. И будет нормально, я думаю. Итак, друзья, ну вот, закрыл. Еле кое-как. В общем-то, честно признаюсь, вот эта вот хреновина вместе вот с этой вот любой хреновиной, то есть вот эту ставите, да, либо вот эту вот, короче говоря, связка между ними доставляет вообще такой геморрой, честно говоря, она плохо влазит. Вот, но тем не менее она влезла, то есть еле кое-как закрыл, там немножко получился натяг, думаю, ничего страшного не будет. Вот, ну, в общем-то, светит вот так вот. Вот, я думаю, вообще прям неплохо так. Да. Потом еще что-то вечерее будет. Сниму еще раз. В темноте уже. Вот немножко видно провода. Чуть-чуть. Есть такое. Блять. Вот можете видеть. А так очень круто светит. Добро. Ну, в общем, ребят, как-то вот так вот. К сожалению, все равно будет долбить в глаза. Вот. Дело в том, что если бы не эта вот куча проводов, которые никак, блин, не распихаешь внутрь. Вот, то есть все из-за этих проводов. Потому что, как бы видите,
Получается, там идет сам патрон, да? Вот идет, получается, патрон, и потом идет сверху уже вот, ну, точнее, к низу ближе лампа. И то есть, как бы, блин, такое вот расстояние, да, и она уже ниже становится. Плюс вот эти провода, которые нужно куда-то спрятать, их вообще некуда там прятать. В итоге получается вот так вот. И да, то есть сидишь, смотришь, она прям вот, ну, прям в глаз тебе светит. А светят они очень хорошо, очень бодро. То есть сейчас вот вечереет, и освещение становится только лучше. Вот. Так что к самим лампам претензий нету. Вот. Ну и потом поставлю еще вот сзади, получается, одну лампочку колбовскую. Не знаю, я еще подумаю, прикину. Но, собственно, сделать что-то еще я хрен знает. Там просто нету места. Просто физически нету места. Вот. Так что как-то вот так вот. Сами лампы светят довольно ярко. К ним претензий никаких нету. Очень круто. Вот. Сейчас буду ставить дальше. Лампочку еще одну сзади. Ну а сейчас, друзья, запоминаем, как светит. Получается, уже светодиодка, да, стоит. Вот можете видеть. Тройная. Если видно. Вот. Запоминаем, получается, да? Ну, на самом деле, днище полное. Вообще ни хрена. То есть накаливание еще хуже. Вот, запомнили, получается. И сейчас будем ставить, опять же, да, видите, светодиодка не реагирует на в пол накала горения. В смысле, освещение как бы не регулируется. Вот. Но она нахрен не нужна, на самом деле, в пол накала. Вот, сейчас будем ставить. Ну вот, собственно, вот так она выглядит. С этой лампочкой вообще ничего не сделаешь. Ее расположение как попало. Ну, у меня просто так совпало, что она посередине, да? Но куда провод потянет, так она и встанет, на самом деле. Вот. Долбит в глаза вообще, капец просто. Вот, просто вообще. Вот это я понимаю освещение. Кстати, что-то с лампочкой не то, мне кажется. Видите, она какая-то то ли бракованная, то ли что. Вот. Что-то фокус поймать не может. Ну, понятно, фокус поймать не может, потому что, блин, все-таки она яркая. Слишком. Просто не бьет фокус вообще. В общем, что-то мне не нравится, то, что она мигает вот так вот. Видать, какая-то, может быть, даже бракованная. Вот, можете видеть, да, вот на какой-нибудь объект направлю сейчас. Немного мигает. Да. Ну, вообще, хрен знает, сколько она погорит. Но то, что мигает, это вообще хреново. Вот, а светит она довольно ярко. В общем, как-то вот так вот. Спереди лампочки мне куда больше нравятся, честно говоря. Они не мигают, получается. Да, немножко в глаза долбит, но освещение с них вообще обалденное просто. Шикарно. Так что вот передние нормально. Задние как-то не очень. Вот. Блин, вообще просто как днем. Что касается... кстати, она перестала, смотрите, мигать. Вроде как. Что касается цветового тона, да, передние лампочки белого, белый цвет больше выдают. Вот. Что касается лампы сзади, то она выдает больше желтый цвет такой. Ну, ближе к желтому, скажем так. В общем, как-то вот так вот. В принципе, ничего. В принципе, она вот перестала мигать. Вроде как, все нормально. Заказом я доволен. Если вот эта задняя не умрет, то вообще будет идеально. Вот, а так. Ну, в принципе, нормально. Ехал 2 месяца, это полное дно. Вообще шлак.
То есть 70 дней это вообще капец. Просто я думал, что они уже все, их кто-то своровал. Вот. Устанавливается, сами видели как, да? Не очень просто, чтобы, ну, сделать нормально. То есть, если бы, допустим, ложить, допустим, на плафон, да, то они были бы еще ближе к низу, да, и светили бы в глаз еще больше. А так я их скрыл чуть повыше. Ну, это максимум, что можно было сделать. Так, смотрите сами, то есть, если вам не нравится такое яркое освещение в салоне, да, то это, скорее всего, конечно, не ваш вариант. Так что, по большей степени, заказом я доволен. Если кому понравилось видео, да, если вопросы, задавайте, пишите в комментарии, ставьте лайки. И спасибо за просмотр. Всем пока.